Это такой блокнот. Розовый, зеленый, зеленая папка. О, какая. Тут очень много всего радужного. Но это не розовый, это оранжевый. Здесь все розовое, вот такой. Это тоже блокнот. Как вы думаете, что это? Он тоже очень милый. Всем привет! Я Маргарита. И я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. 10 августа нам уже в школу. Да, каникулы наши закончились. И сегодня у нас будет интересный челлендж на тему Back to School. Мы будем выбирать себе канцелярию. Не просто какую-то канцелярию, а по цветам. Ксюша будет выбирать зеленого цвета, а Маргарита розового. Ну а пока что подписывайтесь на наш канал. Внизу красная кнопочка. И обязательно ставьте лайк. Ну а мы поехали. Если вы хотите, чтобы мы сняли видео, как мы собираем рюкзаки в школу, то ставьте лайк, и мы обязательно снимем. Ну что, ребят, мы уже в супермаркете, и сейчас будем смотреть, что здесь есть. Так, напомню, что у меня розовый цвет, а у меня зеленый. Я уже нашла ручку такую с монстриком. Зеленая. Смотри, зеленая машинка. Зеленый карандаш. Давайте этого. Ой, смотри. Динозаврика, давай. Давай динозаврика. Он такой. Ну смотри, сама выбирай какой. Динозаврика. Или вон инопланетянин. Смотри, вот розовая ручка. Она с блестками. Я нашла ластик. Ластик розовый. Смотри. О, вот это вот круто, смотрите, какая милая. Смотри, динозаврик. Мама, мне вот это взять? Какой хочешь, бери. Ну, зеленое тебе этот, нужно. Который мы тоже продаем, то же самое, смотри. Да. Ну, видно, китайские ручки, а продают их за 4, почти за 5 долларов, вот такую вот ручку, которая стоит меньше доллара. Смотри, Ксюш. Милые такие ручки, вообще обалдеть. Но это не розовый, это оранжевый. Нет. Это оранжевый, это не розовый. Ну ладно. Это не музей. Что такое, смотри? Открой. Это блокнот, да, чтобы рисовать. Мы можем картинки. Тут очень много всего радужного, смотрите, вот такой вот блокнот радужный. Вот такой вот пенал радужный. Вот еще. Мой любимый вот цвет еще это пенал. Значит, я все беру. Да, конечно, тебе зеленый цвет. Вот, смотри, зеленая папка стоит прямо сзади тебя. Вот, смотри. Да, зеленая. Смотрите, какой пенальчик классный. Так, вон папка розовая. Блокнотик розовый. А, нет, он радужный. Ну, тут, не знаю. Наверное, можно вещи брать, в которых больше розового, да? Здесь все розовое вот такой. Это тоже блокнот. Тоже блокнот. Это ручки. Ручки вам нужны специальные? Нет. Розовый, зеленый. Зеленая папка. О, какая ручка зеленая. Смотри, я нашла... И такая же розовая, да? Да. Это для домашки? Да. Да. Это розовая. Да. Вот еще. Розовая. Ой, какой дельфинчик. Что тебе надо? Это не дельфин. Ну, ручки надо. А кто это? Единорог, дельфин или кит? Нет, это кит. Девочкам ручки не нужны такие, потому что они это пишут специальными ручками, которые стираются. Им нельзя простыми писать ручками. Розовый рюкзак тебе нужен? Смотри, какой. Не хочешь? Крутой такой. Что это? Ребят, такой выбор маленький, если честно. В прошлом году было намного больше. Поэтому мы не знаем, что нам брать. Это что такое? Маленький блокнот. Это блокнотики мои. Ой, это что там писать-то можно? Какие-то штучки непонятные. Это что такое? Точилки. Вот, смотри, зеленая. Это что, точилка? Что это? Или свисток какой-то? Вон прикольная ручка. Это отпечатка. А, это можно. Точилку ты брала, не брала? Брала. Угу. А нет, не знаю. Ластика. Ластик вот. Взял. Нет, это не зеленый ластик. Вот, а, нет, это машинка какая-то. Смотри, есть вот такой вот мотик. Ага. Вот, смотри. Только она вместе с карандашом. Ух ты, какой. О, смотри, вот. Пау. Это что? Смотри, там набор. Набор розовых резиночек. О, смотри, какие классные.
сумочки. Типа косметичка. Ну вот такой большой. Ой, классный, да? Блестящий. Знаешь, еще когда я сюда хотела такой пенал. Почему у тебя не такой? О, неплохо. Че, пенал не будете брать? Не, как, какой не знаю, нету. Но если я какую-нибудь крутую найду. Там были, пойдем посмотрим. Ксюша, зеленый пенал. Единственное, что нашли, это вот такой вот пенал детский. Совсем прям. Где-то тут таких уже пеналов. О, сколько? Это зачем это надо вообще? Кто таким будет писать в школе? Ну, зачем столько много? Не знаю. О, вообще прям детский-детский совсем. Угу. Вообще неинтересно, ничего нет такого. Вообще. Подожди, откуда? Красивого. Такое изнутри. Ну что, ребят, мы уже приехали домой. И сейчас мы вам покажем, что же мы купили. Начнем с того, что я себе взяла вот такую вот папочку. Эта папка мне нужна для домашнего задания. Здесь много отделений. Я их уже подписала. Здесь математика, потом немецкий, английский. Это NMG, не знаю, как это называется по-русскому. Потом французский, это музыка. А это еще что-нибудь. Мне тоже нужна папочка, я купила в зеленом цвете. Тоже такая же, как у Маргариты. Я здесь еще ничего не подписала. Следующее, что я нашла, это вот такие вот прикольные пластики. В основном розовом цвете. И смотрите, здесь еще есть такие эти отверстия, куда можно ставить карандаш. Так, здесь леденец, подарок, это бабочка, по-моему. Потом есть капкейк, звездочка, череп, зайчик и сердечко. Очень мило. Еще я купила вот такой вот отдельный ластик. Он тоже очень милый. И еще вот такой вот карандаш с ластиком. Блестящая единорожка. Зеленого цвета в этот раз было очень мало. Поэтому мне в этом челлендже не очень повезло. Я нашла вот такую зеленую ручку. Такой вот монстрик. Она резиновая. Обыкновенная ручка. Вообще мы пишем ручками, которые должны стираться. Но я все равно купила просто так дома писать. Вот мы пишем вот такими вот ручками. На конце есть такая резинка, и потом ты пишешь. А потом, если ты неправильно написал слово, то тогда стираешь и заново пишешь. Да, нам так можно. Дальше мы купили вот такую вот штучку. Как вы думаете, что это? Похоже на Лего. Если ты вот здесь, посмотрите, здесь колпачок есть. Если ты его открываешь, здесь маркер. Как раз был розовый и зеленый. А у меня вот такой вот зеленый. Можно соединить. Дальше я нашла такую зеленую точилочку. Точилка всегда нужна в школе. Здесь нарисованы смайлики. Здесь две точилочки. Для тонкого и толстого. Надеюсь, она хорошо точит. Так, я себе точилку не нашла розового цвета. Но дома у меня... Ой, а где она? Ну, у меня есть еще одна розовая с прошлого года. Но я зато еще нашла вот такой вот классный блокнотик. Вот такой вот симпатичный глазик. Внутри тоже листочки с глазиком. Можно и на белой стороне писать. Вот здесь вот. Еще я нашла вот такие вот стикеры. Здесь 5 разных видов. И они мне точно понадобятся в школе. Этот клей пахнет салатом. Я его купила такой в зеленой упаковке. И он пахнет зеленью. И салатом. Как-то странно. И последнее, то, что я купила, это вот такой вот пенал. Тоже с глазиками. Он тряпочный. Здесь одно отделение. Вот такое. Сюда помещаются ручки, карандаши. Вот. Так вот. Ластик. И все. Маня, давай, поиграем. Где мышка? Где мышка? Раз. Нельзя. Сидеть. Раз. Два. Три. Ну, у меня все. Я больше ничего не нашла зеленого цвета. Да, вот так вот у нас мало в этом году канцелярии. Да, мы, конечно, ожидали совсем другое. Ну что, ребятки, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!